Всем привет, с вами снова Валерий. На улице холодно, буду снимать в машине. Как я попал в миграционный детейн? Это было очень неожиданно для нас, потому что в Калифорнии мы были, наверное, раза три в миграционном офисе у ICE-ов. Нам сказали, да без проблем. Я спросил, что нам дальше делать? Они говорят, оставайтесь снаружи, ждите своего суда, мы вам сообщим, когда это будет необходимо, где-то примерно за 2 или 3 недели. Вот. Но у нас не сложилось там закрепиться, нам пришлось уехать. Друзья нам предложили поехать на ферму в Пенсильвании, но мы не знали, что нас здесь ждет. Это один из самых ужасных штатов для иммигрантов. Пенсильвания, Западная Вирджиния, еще, по-моему, там несколько штатов, которые считают себя родоначальниками Соединенных Штатов Америки. Вот. И ложное эго, конечно, у них раздуто прямо до небес. Здесь и коррупционная составляющая, и... В общем, много-много-много всего. Я это расскажу в процессе. Будет очень интересно. Значит, мы приехали сюда на ферму, и через неделю у нас appointment в Филадельфии у офицеров в офисе ICE. Приезжаем мы, проходим интервью, я прохожу 3,5 часа интервью, меня подробно расспрашивают о моем кейсе, там все-все-все детали. Вот. И что происходит? Вызывает мою жену буквально 5 минут, она возвращается, меня вызывает опять офицер, говорит, моей жене, ты с детьми можешь ехать, а ты останешься здесь. А ваш Штирлиц я попрошу остаться. Ну, я, конечно, в недоумении. Я говорю, ну, дайте мне хотя бы день-два, чтобы там дела в порядок привести, там подготовиться. Мне вообще даже... Ни детей поцеловать, ни жену обнять, ничего. Все, наручники, все вперед. Ну, так меня арестовали.